Всем привет, я Маша Макарова. К сожалению, сегодня так сложились обстоятельства, что я не могу присутствовать на торжестве презентации удивительного совершенно альбома «Иммигрантес». Я хотела бы мысленно присутствовать с вами в этот вечер, передать всем огромный привет и поблагодарить за ту любовь, ту искренность, то чувство свободы, которое каждый из вас дарил мне со времен, как говорится, очаковских и покорения Крыма. Для меня это большое чудо, что такие люди собрались в одну команду и записали одну общую работу, достойную огромного уважения и восхищения. Спасибо вам огромное, что пригласили меня тоже поучаствовать в этом проекте. Я очень этим горжусь и желаю вам сегодня погрузиться в атмосферу любви, свободы, равенства и братства, насладиться прекрасной музыкой, насладиться общением друг с другом. Я вас бесконечно люблю, обнимаю, целую, мысленно с вами, ваша Маша.